Всем привет! Вот такой ключ у Audi. И села батарейка. Не реагирует, не открывается. Мы открываем вручную. При этом открывается только водительская дверь. Если мы откроем ее, то сработает сигнализация. Для того, чтобы выключить сигнализацию, надо включить зажигание. И все, все двери остальные открываются. Надо менять ключи. Надо менять батарейки в ключе. Так, сейчас я покажу, какие я купил батарейки. Я предварительно открыл ключ и увидел, что именно у меня находятся батарейки CR1620. Причем две штуки. Так, где вторая? Вот вторая. Купили Pleo Max. Рубль 65 одна стоит. За две дали 3,30 белорусских рублей. Так, ключик открывается у нас. Здесь надо поддеть. Отверточкой. И вылазит у нас вот эта часть ключа. Дальше мы ее открываем. Заодно можно будет, кстати, почистить ключ какой-то. Он такой грязный. Но это мы обязательно почистим. Так, дальше мы снимаем вот эту крышечку. Одной рукой не очень удобно. Но вы держитесь. Так. Где она тут снимается? Оп, и улетело. Прикольно. Вот как выглядит у нас сам ключ изнутри. Запоминаем, как стояли батарейки, где плюс, где минус. Аккуратно их достаем. Все разъехалось. И разлетелось. Так. Вот здесь можно подковырнуть. Так, проверяем батарейку. 1620 и точно такая же Pleo Max. Достаем вторую. Так, на 3 вольта они. Менял я батарейки эти, наверное, где-то года 2 назад. Ну, на 2 года нормально, думаю. Так, открываем. Шестнадцать двадцать. Вставляем, как она стояла. 1 и 2. Надо будет себе запомнить, какие стоят батарейки в ключах. Так. Я ключик дома соберу. Дома опять его разберу и почищу. Но сейчас нам для того, чтобы удобнее открывать, закрывать, собираем его обратно. Собирается также элементарно. Одной рукой это можно даже делать, как вы видите. Так, сверху закрываем. Защелкнул. Так, улетел брелок. Так, вставляем брелок и защелкиваем. Теперь берем эту вторую часть от ключа. Вставляем. Здесь есть такие пазики. Вот сбоку.
все, ключ готов. Нажимаем открыть. Машина не реагирует. Как привязать ключ? Оп. Так, чтобы привязать ключ, мы вставляем его. Закрываем машину ключом и нажимаем кнопку закрыть. Все, видим. У нас ключ начал реагировать. Можно несколько раз потом пооткрывать, позакрывать, нажать кнопки открыть-закрыть. Ну, вот так просто. Грубо говоря, одной рукой. За 5 минут мы поменяли ключ. Поменяли батарейку в ключ. Еще раз. Номер батарейки. Я не знаю, может быть, у кого-то другие батарейки в ключах. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какие у вас батарейки. И насколько их хватает вам. На этом все. Подписывайтесь на канал. Смотрите плейлист Audi A6 C5. Есть такая вкладочка плейлисты. Там это, наверное, будет 100-е видео про Audi эту. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока!